Во Дворце творчества детей и молодежи для школьников и их родителей состоялся фестиваль «Открыто для открытий». На мероприятии все желающие могли поучаствовать в мастер-классах новых образовательных программ, которые запускаются во Дворце творчества уже в этом году. Под нацпроект образования учреждения закупили новое оборудование и увеличили количество мест под новые образовательные программы. Как отмечает директор Дворца творчества Татьяна Галушкина, средства были заложены колоссальные. Теперь у детей будет более широкий выбор секций и кружков. Ребята смогут попробовать новые программы «Мир профессий», «Эко-мониторинг», 3D-моделирование, прототипирование, алгоритмика. Кроме того, мы предлагаем всем желающим присоединиться и пройти обучение лаборатории безопасности для профилактики дорожно-транспортного травматизма. Направление развития детей во Дворце творчества теперь стало больше, однако более популярным среди ребят остается экологический мониторинг. Как отмечает руководитель программы Антон Чернышов, на занятиях школьники знакомятся с мониторингом воды, воздуха, почвы, узнают, насколько загрязнен их родной город Ульяновск. Программа рассчитана на 70 детей. По итогу обучения ребята смогут быть грамотными людьми, грамотно выбирать продукты питания, прежде всего, которые не будут содержать различные нитраты, пестициды, то есть, прежде всего, сохранять свое здоровье. Также по итогу обучения мы надеемся, что ребята будут грамотно вести себя в природе, заботиться об окружающей среде. Занятия по эко-мониторингу пройдут не только во дворце, но и на природе. В программу включены летние палаточные лагеря, а также летние полевые занятия. Максим Писарев, Юрий Ломатов, Управда ТВ.